мы обречены на поиски смысла жизни. Мы любые присвоенные себе смыслы жизни обязательно будем девальвировать, но при этом мы не можем не жить, как не можем ни петь, ни есть и так далее. И мы пытаемся на себя натянуть что-то такое, чтобы использовать это в качестве мотивации для своей работы, для своей деятельности. Что там, зачем я там зарабатываю много денег? Чтобы что-то, да? У меня какой-то смысл должен быть в этом. Зачем я строю карьеру? Чтобы вот кому-то что-то доказывать или еще что-то. То есть мы ищем эти смыслы и неизбежно переживаем разочарование, потому что любой смысл, который можно потерять, вы можете девальвировать. И единственный способ занять вот эту лишнюю историю, лишний мозг, единственная возможность, это найти деятельность, в которой вы не будете придумывать смысл, но где он будет, ваша деятельность будет востребована. Нам надо вернуться в реальность. А в реальности это то, что востребует нашу деятельность. Само по себе востребует. Не потому, что я считаю этим нужным. Но как вот есть сказка про Айболита. Он там, ну как же там я не поеду, они же там сидят, ждут. Вот. Но это он присваивает смысл, но на самом деле он просто не может не ехать, потому что у него есть это его внутреннее важно, потому что его дети уже востребованы, даже не надо объяснять. Ответ в этом поиске – это деятельность, которая востребована от тебя другими людьми. До тех пор, пока ты другим людям нужен, ты не можешь с этим, у тебя все понятно со смыслом. Пока ты нужен больным, пока ты нужен детям, пока ты нужен там еще кому-то.